Бизнесмен Алексей Козлов выходит на свободу. Президиум Мосгорсуда сегодня частично удовлетворил жалобу защиты, прекратил уголовное дело о легализации отмывания делок в отношении Козлова и снизил ему срок наказания с 5 до 4 лет, который бизнесмен уже отбыл. Напомню, что по версии следствия предприниматель с двумя подельниками по подложным документам похитил акции ОАО «Искош».